Пробраться на крышу нужно. Нужно пробраться на крышу. Берлин, тюрьма Айнзельвальд. Робот там, охранник там, робот там. Так, а мы я сюда зайду. Так, ладно, пока никто не видит, валим. Охрана у них, конечно, самая-самая. Банально, на здесь никто не ходил. И взяли, пропустили меня. Так, ладно. Окей. Внизу что-то светится красное. Лазеры какие-то. Тут ничего такого нету. Все, валим. На крышу и там дальше будем думать. Тюрьма Айнзельвальд. Это самая печальная и знаменитая берлинская тюрьма. Здесь сидят не только закоренелые преступники, но и прочие нежелательные элементы, которые еще попадаются в городе. Если верить официальным источникам, с самого открытия тюрьмы в 49-м не было еще ни одной успешной попытки побега. Ну, все бывает впервые, верно? Вот сейчас мы проверим. Все впервые бывает когда-то. Блок B2. Так, режьте лазерным рюкзаком цепи. Окей, полезная вещь. Так, по-тихому. Никого. Так, камера. Подожди, нужно резать. Молодцы. Еще одна камера. Так, ну да блин, сколько это так много-то, а? Сюда подходи. Да, блин, а как их по-другому-то убрать-то надо было? Если не таким образом только. Блин, а по-другому-то никак не получится. Так, ну а ладно, тебе я убиваю, нормуль. -1.
Ай, долго-долго. В смысле, че не режешь-то? Да что не... Где ты? Все понял, сейчас ждем. Здесь камера, как я понял, нас не видит. Вот так вот. Так, там пока никого не видно. Здесь камера висит. Можно здесь пройти. Да блин, кто так говорит-то? Где ты, чё за? А, вот он ты где. Тихо, 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 не уходи, сейчас никуда не уходи. Да блин, вы достали меня уже. Чего вы вылезли-то? Все. Разом. Чего вы все разом-то вылезли? Так, ну ладно, подходи быстро. Ух, блин, у меня здоровья так не так много. Уйди. Все, молодцы. Но последнее здоровье тут убрали. Интересно, а эти можно его врагов убивать, а? А куда нам нужно-то? Нам говорят сюда идти. И в то же время нам нужно туда идти. Так, здесь закрыто. Можно здесь пройти. Можно тут пройти. Я хочу попробовать вот здесь. Посмотреть, что у нас тут находится. Да харе! Так, ладно, пошли. Минус. Где офицер стоит? Офицер находится, как я понял, в этой комнате. Да? Ты один, да? Похоже на то.
Да, я знаю. Но они, блин, ну чё ты? Сейчас аккуратненько всех разберем. Всё, еще одно убрали. План патрулей. Нашли. Ты умрешь, а? Я что-то ее не заметил. Ну да ладно. А вот еще один вылез. На крики прибежал он. Гаденыш. Ну ничего, ничего, я сейчас всех, всем раздам. Я сейчас всем нож воткну. Так, здесь все чисто. Теперь офицера нужно убрать. Чтобы он ничего не поднял. Так, это мне нужно. Все, пошли дальше. Нужно просто всех убрать. Чем меньше, чем больше я уберу, тем меньше у меня проблем будет. Хорошо, ты там сышь уже очень много. На, умойся лучше. На, умывайся. Дверь закрыть еще тебе. Так, а так я бы отсюда вышли бы, да? Если я другим способом прошел бы. Все, всех. Идем дальше. Склад угля. Уголь – это один из нескольких источников энергии, питающих весь комплекс тюрьмы Айнзельвальд. Каждый день по сети тоннеля недавно открытого берлинского метро на склад прибывает по несколько тонн угля. Никто не решается пожаловаться на черный дым, который валит из тюремных труб и загрязняет воздух в соседних районах. Это тюремный охранник-боец. Таких охранников набирает на основе психтеста. Охотнее всего в германские исправительные учреждения принимают работников с садистскими наклонностями, неспособных к состраданию. Тюремным охранникам выдают дубинки или автоматы. Они хорошо подготовлены как и к перестрелкам, так и к рукопашному бою. Ага, вот мы, получается, в котельню зашли. Ну-ка, стой! Ухара убегать.
Там чё ходит-то? Просто погрузчик, да? Не, в теории здесь охранников быть не должно. Чё они тут будут охранять-то? Погрузчик и уголь, что ли? Тихо, наверху охранник. Сюда пошел. Минус. Лазерный резак, стрельба, в смысле. Это типа это, да? Типа пистолет от устала, да? Нормуль. Чего, чего, чего? Ай, что ты тебя выстрелишь? Что ты начинаешь, да? Не дал посмотреть, как работают. Это отсюда вышел, да? Зачем я спускался? Спрашивается. Ай, опять ты. Опять эта херня прилезла. Только уже улучшенная версия 60-го. Это улучшенная модель на основе прототипов, созданных генералом Черепом во время войны. В этой идеальной машине для убийства генерал воплотил одно из своих кошмарных видений. Твари, закованные в титановые доспехи, а своими мощными металлическими челюстями способны прокусить даже самую прочную броню. Короче говоря, модернизировал. Теперь еще меньше мяса стало, да? Если тебя разобрать. Все, я побежал. Ай. А как тебя пробежать-то? Тебя тут хрен пробежишь. И что ты тут, забыл-то? Все, беги, 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 беги. Все, молодец. Все, он не должен пробежаться здесь. Я надеюсь. Так, тюремный блок Б2. Блок Б. В тюремном блоке Б нацисты держат политических заключенных и бойцов сопротивления. Блок оборудован спецпыточными камерами, где гестапо регулярно допрашивает пленников. Так, ладно, нам наверх. Так, а больше тут ничего нельзя посмотреть, не?
Охраны я пока не вижу. На лифте я чуть-чуть опасаюсь ездить. Наверняка, блин, тут там какая-нибудь защита стоит. Что они могут увидеть? Что кто-то ездит. Ездит. А, не. А так еще хуже получилось. Тут нам еще и этот встретил. Так, план тюремный блок Б. Это что за херня? А тут что нас держит? Вот здесь вот. Наверное, особо каких-то, да? Особо опасных. Bevor wir hergezogen sind, waren die alle noch in Ordnung, frisch und munter. Aber in diesem Stadtteil, das ist die Stadtregierung, die verarscht uns. Mit dem Beton, da ist etwas nicht in Ordnung. Du nimmst eine Hälfte Zitronensaft und eine Hälfte schwarzen Kaffee, das sagt sie. Treibst du eigentlich Leibesübungen jeden Tag in frischer Luft? Glaubst du das wirklich? Glaubst du wirklich, dass das in Ordnung ist? Das ist eine spezielle Fabrik, von der dieser ganze Beton kommt. Ich habe das getestet, ich habe mir diesen Beton angeschaut. Der Schimmel, der kann sich da total schnell und tierisch weit verbreiten. Und du denkst, sie haben keine Schuld daran? Wirklich? Weißt du, was du brauchst? Körperliche Ertüchtigung. Jeden Tag in frischer Luft mindestens eine halbe Stunde. Das ist, was unsere Vorgesetzten machen. Und schau sie dir doch an, die sind alle kerngesund. Oder hast du die mal husten können? Jetzt hör mir mal zu. Sei doch nicht so blauäugig. Seit 10 Jahren schaue ich mir das schon an. An jedem Arbeitsplatz, in jeder Wohnung, überall der gleiche Beton. Und das wird immer vertuscht. Das ist deren Schuld. Sieh dich doch selber an. Das ist doch alles Blödsinn. Wissenschaftler haben diesen Beton entwickelt. Wissenschaftler, das ist der stärkste Beton, der beste Beton, der jemals erzeugt wurde. Medizinische Gutachter haben den Schimmel untersucht und festgestellt, dass er völlig harmlos ist für Menschen. Wenn du ein gesundheitliches Problem hast, ist das einzig und allein einer ungesunden Lebensweise nachzukommen. Einzig und allein. Stimmt doch nicht. Das ist schrecklich. Du hast es doch auch. Ich habe nur einen Frosch im Hals. Das ist kein Grund zur Fahrt. Все. Решили свои вопросы на тему самый лучший бетон. Я поднимусь лучше. Там меня не ждут. Так, с какой стороны? А. Так, ладно, мы на самом верху, да? Ну, сейчас на самом верху. Так, это не разбивается. Ладно. Иди нахрен. Ничего себе, они тут их тут держат.
Так, заряди. Так, ладно, давай посмотрим, кто у нас тут, сидит. На я нажать же, да? А, мне на я нужно. А, на этот. Так, нет, давай вот так вот сделаем. Быстрее будет. Ну? Где мои знакомые? Gosh, oh my. I thought I was a goner. And here you are, back from the dead. To save us all, imagine that. Oh, what have you been up to, Captain Blaskowitz? Quit shooting, stabbing, strangling Nazis. Ready to set things straight, Wyatt. Fantastic. Well, let's get out of here, shall we? Hey! You close that door! Да, лучше закрой. А что делать дальше? Блин, я как понимаю, здесь только один выход отсюда. Что делать-то будете? Они уже узнали, что мы здесь и бунт устроили. Так, ладно, у меня есть что. Вход в вентиляционную шахту, да? Искать нужно. А где? Где эта вентиляционная шахта? Все, нашел. Сейчас, подождите, держитесь, я сейчас сзади всех раскидаю. Нахрен. Пистолетик взяли. Даже глаз радуется. Патроны. Так, а где сам автомат-то? Мне дали? Нет, мне еще не дали. А, вот он. А, то автоматический дробовик. Так, по-тихому давайте. Чтоб никто не слышал. Ай, он, блин, долго перезаряжается. Ну, ладно, окей, сейчас сами виноваты. Виноваты сами. Беру дробовик и никого не шужу. Просто сейчас весь боезапас расстреляю. Так, дробаш. Ну, одного еще можно убрать. Нахрен иди. Все, готов. Готов к подвигам. Ох, начинается. Так, где мой автомат? Вот он. Они такого не ожидали. Когда они устраивались на работу в такое место. Они этого не ожидали, что их тут будут и здесь убивать. Они думали связанных людей мучить. А тут, знаете, я пришел. Все, заходим. Хотя бы с тобой иду.
many of us left still fighting since the war ended, you know. It's been rough. We get out of here alive. Things are going to change, Captain Blasco. Думай, с какой стороны нам расстреливать? Reinforcements. They'll bring the hammer down on this whole city block. This way, Captain! Wait! Стоп, подожди, подожди. Бежим! Бегу! А, что делать-то? С какой стороны прикрывать? С этой. А. Все, я зашел. Тихо. Пулеметик уничтожили. Бежим. Я не против. Выберемся. Ты главный мне дорогу показывай. Ай. Нет, я уже все уже. Ладно, идет следующая попытка. Сейчас разберемся. А в кого расстреливать? Кого стрелять? Нахрен иди. Все пролезается. Так, это убрали. Так. Да выберемся, не паникуй. Так, где он? Вот он. Все, убрали? Так, нет, еще один. Все, убрали. Так, пулемет я тоже убрал, да? Да, дымится. И в какую сторону теперь-то? Да умри ты там, а? А, нам в ту сторону. А там что-то тяжеленькое лежит, стоит уже. Да умри ты там уже, а? Так, быстро. Еще один дробаш нашел. Граната, обе руки, нож. Еще что-то. Так, ты где? Так, с другой стороны по улице. Дробаш дальнобойный. Не беспокойтесь там. Сейчас, подожди, мне нужны патроны. Без патронов я тут ничего не сделаю. Все, взял.
Открыл, молодец. Открыл, это молодец. Ну, кто еще хочет? Так, перезаряди. Патроны, патрон, патрон, патроны. Документики. Теперь автоматик давай возьмем. Здесь у нас ничего больше. Так, налево. Да, я уже на лестнице. Только куда дальше? Так, ладно. Хотите тяжелую? Ладно, не хотите тяжелую. Сейчас паук аккуратненький. Аккуратнее сделаю. Не беспокойтесь, все будет. Просто потерпите там чуть-чуть. Я и вам такое устрою. Так, берем. Ай, подобрался не вовремя, а. Да, блин, я забыл, что нужно. Нужно сначала с этими разобраться, потом уже и в другую сторону идти. Так не получится. Так у нас не получится. Так, молодцы. Перезаряди. Да, блин, что ты не умираешь-то? Я тебе столько патронов-то дробаша этого всадил. Ты не умер. Сколько тебе там требуется-то всаживать-то? Картечь этой. Так, собака в первую очередь. Ай. Молодцы. Тихо, тихо. Так, а теперь можно и с автоматика. Старые мои добрые приятели, только в новой броне, да? Они там и так же наряжались. Выбежали не вовремя, а? Чё так долго бегали-то где-то? Знаешь, чтобы толпой тут зайти нету, давайте. Когда я уже подумал, что все, уже всех убили. Выбежали они. Так, ладно, давай сразу вот так вот. Тихо. Молодцы.
Тихо, восстанавливай. Вот так вот. Они легче убиваются, чем те. Да-да-да, сейчас подожди, дай-ка я все тут пополнюсь. Всем продовольствием. И дальше побежим. Так. Все. Дальше бегать не будете? Золотой шлеп нашли, окей. Патроны. Так, а нам куда сейчас? Наверх? Ай, блин, не вовремя как-то собака выскочила-то, а. А он что, не помогает? Сейчас взял бы этого, я собаку бью, этот, этого убил бы. Ну нет, он что-то встал. Ничего не сделал. Не надо мне толкать. Так, останови. Ой, а че так быстро-то, а? Только что было соткой тут нати. Блин, сложное место какое, а? Очень сложное. Так, нет. В смысле, я же тебя убил-то? Ты чё тут начинаешь-то? Так, молодцы. Да-да, подожди. Аптечка. Патроны. Это у меня есть. Аптечка и уже все уже. Патроны тоже есть. Так, а возьми-ка сейчас лучше дробаш, а? Чё-то мне кажется, дробаш сейчас легче пойдет. Ну, где ты? Да! Я же выстрелил в тебя, ты чё тут? Не умерла? Ох, блин, как все сложно-то стало-то, а? Напоследок. Не можем пройти этот момент что-то. Так, молодцы. Thank you.
Все, пока дальше сам хорошо. Я пока за патронами бегаю. Собираю. Так, лучше вот сюда я встану. Ну, наконец-то, а. Че, нам куда вниз-то? Вверх нужно. Говорят, что я слип. А ты что здесь сделал? Ага, здесь у нас эта херня лежала. Что тоже очень полезно было. Так, а теперь главное не слиться. Теперь главное пройти все нормально и все хорошо будет. Ой, ты... Херня эта вылезла еще раз. Открыла тут дверь передо мной. Открыла дверь. Сами захотели. Тихо, а чё мне тут здорово так быстро просело-то? Очень быстро здоровье ушло. Так, здесь ничего. Это я перезарядю. И пошли дальше. Так, наверху больше никого нету. Да, а убежать-то некуда. Тут, блин, коридор, блин, узкий. Я, блин, здесь его никак не уйду тут. Здесь уйти-то никак. Здесь только можно, только вот с той стороны уйти, и все. Только вот с той стороны можно это провернуть. Так, да, дробаш. Ну, давай, погибайте. Так, а чё тут? Всё, да? Патроны. Здесь всё. Патроны. Ещё патроны. И пошли. Так, дробаш возьми сразу. Всё. Это я взял. За уголок. Чего с двух выстрелов-то не умираете-то?
Быстро ушли, ушли. Вот так вот. Все, вышли мы наружу. Вылезли. Давай, угоняй. Ой, тихо, не надо так больно. Ай, точно, какой выстрел был, а? Где сохранение мое? Я уже наружу вылез. А мне сохранение еще не дают. Да, блин, а где сохранение мое? Я заслуживаю сохранение. Подожди ты. Тут нужно, блин, здесь все обыскать. На более-менее. Да ты... Вылезло оно. Оно вылезло. Когда я с этими уже разобрался, оно вылезло уже. Добить. Чего такие все крысы-то, а? Блин. Не дают пройти это место. Все, всех. Теперь патроны быстро. Так я не понял, чего вы вылезаете в последнюю очередь-то? Как будто вы собирались и все это время одевались. Тревога уже хрен знает когда уже. Не раздражай меня таким образом. Время там уже вон сколько прошло, а вы только-только. Да, блин, зачем я так сделал-то, а? А почему он его граната-то не отбилась-то? Чё за херня-то там и здесь произошла-то? Он должен в теории хоть что-то с гранатой там, блин. Там я не знаю. Он гранату не заметил вообще. В смысле? А чё мне так больно стало?
Все, всех прибил, молодец. Нет, еще одного, еще один оставался. Так, опоздавшие. Наверх. Теперь я с этой стороны, ты с другой стороны. Давай убирай. Наконец-то. Столько патронов-то пришлось на тебе потратить, э? Так, теперь давай с автоматом. Наконец-то, окей. Второй где-то вот, вот, вот. Как много вы там тратите-то, а? А где этот? Где сюда-то? Я пока тебя искал, меня кто-то убил еще. Очень быстро. 100 здоровья быстро снял. Ты где там был-то? Последний момент карты не можем пройти. Из-за трех этих. Не стреляй в меня, пожалуйста. Да, блин, этот в меня стреляет. Я думал, а чего мне тут так быстро здоровье относится? А оказывается, вон кто по мне стрелял. Этот. Так, бери. Не, все правильно, все правильно. Перезаряди. Ау, хары! Три выстрела потратил. И на этого вон сколько потратил, а ничего не произошло. Вовремя вылез. А где этот стоит-то? В меня как бы там стреляет, ты в курсе? Ты в курсе, что мне как бы помощь там нужна хоть какая-нибудь? Что меня там убить могут? Да, послал ли союзников. Беги, 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 быстрее, молодец. Тихо. Теперь аккуратненько нужно дальше думать. Так, а куда ты убежу? Убежу. Ах, понятно.
А ты чё в голову не умираешь? А, вот у меня чё убило, пулемет этот. Срано. Ладно, окей, надо было сразу же так сделать. Надо было сразу так провернуть. Все, валим нахрен. Из этой тюрьмы побег невозможен. Ну извините. Ой, ты здесь и. Здорово. Танк. Что делать-то будем? А, блин. Понял. Все, все, вылез, отрезал. Повезло нам, короче, очень сильно повезло. Все, валим. И зачем тебе это нужно? Да, я вышел. Все, валим нахрен. Ушли. С горем пополам. Да, есть у нас один умелец. Быстрее можно как-нибудь, а? А побыстрее, давай, а? Ну, наконец-то, я думал, не заведется еще. Да, готовы, наверное. Новый дом. Ох, ладно, давайте на этом закончим. Ох, долго мы бегали. Если бы не последний момент, то мы бы раньше бы закончили. Ну, блин, три жирных, это было много. Все, давайте закончим. В следующей серии мы новый дом посмотрим. Всем спасибо за просмотр. С вами был Виктор. Всем пока.